Липецкой команде пока нет и 2 лет, но за время своего существования она уже успела сменить название. Вместо истребителей в этом году стали «Пантерами». И теперь «Отвитание в облаках» приступает к серьезной работе на земле. В следующем году команда планирует принять участие в чемпионате России. В этом сезоне мы будем больше отрабатывать все, соответственно, тактические моменты, сыгранность команды. Будут товарищеские матчи в этом сезоне, да, чтобы закреплять в игровой практике. Тренировки 3 раза в неделю, в среднем по 2 часа. Это не только физическая нагрузка, но и немало теории. Американский футбол иногда сравнивают с шахматами. Каждый маневр рассчитан на несколько ходов вперед. Схемы, таблицы, расстановка, множество мелочей, из которых складывается игра. И, конечно, чтобы разобраться во всем этом, требуется свежая голова. Роль тренера здесь как нигде высока. Буквально пару недель назад у команды появился новый рулевой Дмитрий Котов с неоценимым опытом выступления за профессиональной командой. В 90-е годы я профессионально занимался этим видом спорта. Работал в ташкентской команде «Азиатские леопарды» и в донецких «Скифах». Играл несколько лет. Для Дмитрия Котова липецкая команда по американскому футболу первая в тренерской карьере. Но наставник уверен, у американского футбола в Липецке большое будущее. У команды есть перспективы, у нас есть много времени для того, чтобы подготовиться к чемпионату России следующего года. Я думаю, что мы достойно выступим на этом чемпионате. Программа минимум отыграть достойно, программа максимум выйти в плей-офф. Следующего года. Сегодня липецкие «Пантеры» вполне боеспособный коллектив. Впрочем, подкреплению всегда рады. Зовут на тренировки всех желающих. А на первых порах даже экипировку дадут. Предельно демократично. Другого слова говоря, о чем-либо американском и не подберешь. Я могу сказать и пригласить жителей Липецка, ребят и со спортивной подготовкой, и просто желающих заниматься этим видом спорта. Потому что это такой вид спорта, где в зависимости от амплуа на поле требуется от кого-то большая масса и огромная физическая сила, от кого-то быстрота. Борьба за каждый ярд, высокие скорости и просто зрелищное шоу. Игроки верят, что американский футбол полюбится липчанам, а их команда привлечет на трибуны немало болельщиков. Во всяком случае, липецкие «Пантеры», вероятно, будут единственной командой, которая представит наш регион в высшем эшелоне российских первенств.